кун Паттайя. Всем привет, дорогие друзья. У меня утро, начинается новый день. У нас сегодня суббота. В общем, все как всегда. Сперва я иду на завтрак, а потом не знаю, какая у нас сегодня будет насыщенная программа. У нас каждый день насыщенная программа. Я еще вот так вот, чтобы полежать хотя бы в течение часа на лежаке, ни разу не лежала. В общем, посмотрим, что мы будем делать сегодня. Я думаю, что будет интересно. Вся банда в сборе. Таксистом мы уже договорились. В общем, он сказал, будет стоить наша поездка 300 бат. Пока-пока. Идем, мы едем за косметикой вперед. Смотрите, самая основная информация по магазину, как его найти, потому что все равно многие не знают, не понимают. Я, допустим, ехала сюда, для меня тоже был темный лес. Вот эта карта, она возле каждого обменника лежит бесплатно, ее можно взять. Смотрите, вот мы сейчас с Оксаной, вот здесь вот у нас отель находится. Эван. Ну, у меня вот здесь вот Sunshine Vista. У нас вот, видите, пляжная улица. Потом идет вторая пляжная улица. Потом идет третья пляжная улица. Это центр, это юг. Значит, что вам нужно? Вам нужна вот эта вот улица. Улица Тепросит. Она называется. Берете карту и показываете, что вам нужно остановиться вот здесь. Аутлет. Аутлет Мол. И вот здесь вот с обратной стороны аутлета там будет ночной рынок, вот туда идти дальше, и вот где-то с обратной стороны, то есть по видео вы уже разберетесь, где-то вот здесь находятся вот эти три магазинчика. В первый магазинчик не заходите, там цены выше от дороги, а вот во втором магазинчике народу очень много, потому что там цены хорошие. В общем, у Татьяны Максимовой, оказывается, немножко неправильно была указана точка на карте. Это прям вот точка вот этой оптовой торговли за аутлетом. Она показывала это все правильно, а точка неправильно указана. Поэтому мы сейчас прокатились немножко. Смотрите. Вот прямо, видите, аутлет Мол Паттайя. Вот. Я разворачиваю вот таким вот образом камеру. И вот здесь тайская косметика, оптовая цена. По-русски написано. Вот, видите, тайские травы. Оптовая. Вот, в общем-то, мы как бы вот нашли то, что нам надо. Сейчас посмотрим с вами, что и как. Да, ну вот здесь я уже по видео узнаю. В общем, пришли, и снимать нельзя. Но здесь, во-первых, есть на какие-то средства перевод. А во-вторых, посмотрите цены, какие здесь цены. Ниже, гораздо ниже, чем в городе. Вот они, вот все бальзамчики. Смотрите, 60. Это более утоляющие, ушибы, удары, простуда. Они здесь их все употребляют. То есть зеленый, красный, с красным перцем он согревающий. Это вот зеленый охлаждающий, стоит 60 бат. За упаковку 260. То есть если берете упаковку, то это уже получается выгоднее. Также нужно найти сейчас чаи. Мне вот этот вот гриб линч. Это бальзам тоже вот согревающий. Ну, бальзам, вот она, в принципе, говорила, все зависит просто от фирмы. Какие-то есть более известные, какие-то менее известные. Эффект один и тот же у этих бальзамов. Ну, как-то здесь маловато всего, мне кажется. Здесь продается в упаковке дуриан. 140 бат стоит одна штука. 70 бат стоит капуста, морская капуста. Манго сушеный. 150 бат упаковка. В упаковке две в упаковке штуки. Берем. Зубная паста. Вот эту зубную пасту мне кто-то из зрителей высылал. 265 бат стоит одна. Что вот эта вот паста премиум класса укрепляет, освежает. В общем, за 6 255 будет одна штука стоить. А это вот ежедневная паста 27 бат.
Только 70 бат. Повышение гемоглобина, очищение крови. Это что? А, это таблетки. Это таблетки. Ну, это, я так понимаю, БАДы. Это для потенции, многие спрашивают. Капсулы. Так, идем с вами дальше. Кошачий ус. Капсулы от камней в почках. 65 бат. Капсулы от аллергии. На кожных покровах тоже 65 бат. А я вот про эти дезодоранты слышала, что у них вот эти вот кристаллические дезодоранты хватает на 3 дня действия вот этих дезодорантов. Просто нужно выбрать свой. В общем, 35 бат стоит такой. В общем, я вот эти вот, смотри, кристаллические дезодоранты 24 без запаха. Они прям, говорят, вообще офигенные. Ты брала себе? А я себе возьму. А какой антибиотик это? Вот смотри, вот это написано. Это природный антибиотик, да? Да, я хочу, который сейчас выбираю. Ну, то есть его, в смысле антибиотик, его как принимать-то? Я читала, вот в обзоре у Максимова было, что если ты заболел, 2-3 капсулы, 3 раза. А, ну это не антибиотик, а просто природный, ну, да, то, природный. То есть трава, что для иммунитета. Вот смотри, девчонки, вот это природный антибиотик. Ну я 3 штуки возьму, Ваня. Давай вот на двоих, 3 Давай. Давай. Это природный антибиотик. 3 раза в день. Если ты заболел, допустим, капсулы для похудения. Вот здесь нету какие-то обезболивающие капсулы. Капсулы для женского здоровья. А женского здоровья где есть? Вот здесь вот капсулы для женского здоровья. Где-то я видела. Вот. Капсулы для женского здоровья. А это вот питьевой коллаген. Это знаете для чего? Вот у кого кости там хрупкие, чтобы вот эта вот прослойка восстанавливалась. Здесь 155, 180 бат такая стоит. Вот маме очень хорошо. Блеск волос, мягкая формула. Вот для суставов. Вот для суставов коллаген, который пить надо. Вот. Это пить, который нет, а вот. Да. Вот 290 бат такой стоит. Я вот, Залин, для суставов. Чай, да? Нет, это капсулы, которые ты пьешь, коллаген, и восстанавливается вот это вот между суставами прослоечка. Это маска соловья, Вера. Вот я маме взяла с коллагеном. Так давайте 6 возьмем с коллагеном, то мне что же надо? Ты тоже будешь пить? Конечно, сейчас я сниму себе. Ну давай. Этот вот сок Нони, жизнь без болезней для иммунитета. Но здесь вот такая вот большая упаковка. А лучше брать вот такой вот в таблетках, чтобы не вести. Такое это большое. Вот это вот прям животворительная сила. Да, это укрепляющий, видишь, иммунитет. Для укрепления иммунитета его нужно употреблять. Но он есть в БАДах. Надо в БАДах его посмотреть. А вот ты не про такие маски говоришь? Нет? Вот может быть про такие. Какая-то вот упаковка желтая была, я запомнила. Нет, не такая. Она прям была без ничего, просто желтая. Что ты имеешь желтую? Маска для волос, для сухих волос, чтобы они не пушились. Одну от бессонницы. Так, идем дальше. Как ты думаешь, взять от бессонницы? От бессонницы? Можно попробовать. А вот для улучшения мозгового. Вот маме не брала ты? Я уже взяла, запуталась. Память. А потом мы не запутаемся, вот да. Когда мы будем, что принимать. Вот ощущение, кстати, кишечника от шлаков. Типа сена, наверное, что-то такое. Вот это вот похоже. Вот они, масочки самые разнообразные. Так, вот с Нони, с папайей, кстати, я тоже слышала, что хорошая Нони. Маска. Вот Нони, Залина, есть сюда. Там? Вот, для волос с экстрактом папайи. Богатый витамином М, разработан для питания, крепления. Слушайте, здесь даже по-русски написано все, маски-то. И вот с мангустином тоже хорошая маска. Сильным антиоксидант, укрепляет ослабленные волосы. Во, я с мангустином возьму. Вот здесь с ананасом нет. Но вот здесь вот пустое место. Видимо, наверное, что-то там уже. Сейчас по 50, по 50 бат она. Так, что-то я до кремов сейчас дойду или нет? Тоже восстановление.
Органовая. Beauty Buff. Так, маски для лица тканевые, увлажняющие. Тканевые я не очень люблю. Это у нас маска для волос с кокосовым маслом. Набор кератиновый для волос с кератином. 380 бат стоит. Это тоже, кстати, кератиновая маска для волос. 15 бат такая стоит. Надо попробовать с витаминами. Так. Кератин. Это от выпадения волос с кератином. Это защита от выпадения, сыворотка от секущихся волос. Ну, не так, как мы раньше, да, покупали? Тоник. Не стеклянный? Сыворотка для поврежденных волос. Такой, да? 120 бат. Сколько? Сыворотка именно. А? Можно взять попробовать. Вот, смотрите, кокосовое масло для загара, 150 бат. Для загара. Скраб для лица, но это я чуть не любитель скрабов разных. Вот этот Лена крем очень всех хвалят. Да? Ты не хочешь такой взять? Вот, крем, кстати, для век именно. Да, смотри, какая. Можешь попробовать? Ну-ка. Такой, знаешь, у меня подружка брала такой крем. Я вот его не видела нигде, сейчас увидела. Вот, видишь, смотри, как? Она так хвалит его. Хороший, да? Так хвалит. Ну, что ж не взять-то, надо взять. Раз. А, это патчи, кстати. Да, это патчи. Так, супер отбеливающий лифтинг лица. Мне надо маме взять обязательно какой-то... А, вот интенсивный. Ну, с улиткой она не хотела, мама, что-то ей с улиткой не очень понравилось. Не зашел, да? Не, а не зашел. Чего? Так, идем дальше с вами. Это что такое? Какие-то пакетики. Сухое кокосовое молоко. Это маски для лица. Мне вот такую Оксана маску привозила. 70 бат, 140 рублей на наши деньги. Это вот удаление омертвевшей кожи, очищение, сужение пор. Ну, это, мне кажется, уже более для красоты сужения пор. Ну, можно попробовать взять, почему нет. За 80 бат. Отбеливающий гель для умывания, гель, скраб для проблемной кожи. Зайдем еще, посмотрим. Здесь их три таких магазина. Коллагеновая маска алоэ вера. Ну, коллагеновые они вообще всегда хорошие. С коллагеном. В принципе, любые средства с коллагеном и с кислотой гиалуроновой, они все хорошие. Так, это гели все для глаз. Это гели-пилинги. Антивозрастная сыворотка. Сыворотка. Что такое? Тоже с коллагеном. Написано мазать, да? Капсулы для похудения. Сыворотка сильное отбеливание. Осветляющая сыворотка против угрей. Это что такое? По 175 бат, как он тут у вас шелка пряда, легкий пилинг. Я, знаете, что не вижу? А, вот, супер коллагеном и мангостином, антиоксидант, подтягивающий питательный как крем с коллагеном, с ананасом, с мангостином. С мангостином я знаю, что он неплохой, неплохой. Можно взять. Средство для роста ресниц, бальзам для губ, омолаживающая золотая маска, крем на ночь. Есть йод здесь, мангостин, да? Сказали, что штраф за то, что снимаешь. Ну, пока они отошли в сторону, что здесь еще есть.
снимать якобы у них нельзя. Don't take a photo. На самом деле, немножко мы поснимали, но ходит прям такая-то злющая-призлющая, как овчарка. Тетка сказала, нельзя снимать, штраф, нельзя снимать, будете штраф платить. Ну, в общем, мы, конечно, все равно поснимали. Я не понимаю, потому что им это идет реклама, и все благодаря этой рекламе сюда едут. Прям берут, 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 потому что ну, цены действительно хорошие. Но не знаю, с чем это связано, почему-то не хотят они себе делать рекламу. И если картой будете расплачиваться, 3% берут комиссию, это тоже невыгодно, поэтому лучше расплачиваться наличными. Здесь реально бум на косметику, это такой ажиотаж в этих палаточках. Их тут несколько штук, это по дороге на ночной рынок. В общем, наши сограждане, они все знают уже здесь все места, поэтому здесь очень-очень большой ажиотаж на все это дело. Welcome, вот она вторая, еще одну мы прошли. В общем, зашли с Оксаной в Лакосту. Сколько, Оксан, стоит этот? А ты даже не смотрела? Тебе очень. Ну, хороший вырез здесь. Такая нежная-нежная, потрогай. У нее состав. Ну да, хороший состав. Я такой полувек, помнишь, покажу тебе? Да. На пояс уже, мне что-то такое нужно. А платья нет, да? Платья нет, хотела платье себе какое сейчас покажу. Платье хорошее. Очень хорошо. Хотела платье запало. А нету 46? Платье моей мечты будут теперь стройнить. Это 30. Подожди. Красивое, симпатичное, да? Нет, сайз. Нет. Нет. 4000 там. Так, что представляет из себя ночной рынок? Ночной рынок – это местные товары по супер низким ценам. Такие вот разные рубашечки по 200 бат. 200 бат, такие летние. Летние варианты – это хлопок. 400 рублей. Шорты мужские. Тут целый ряд по 100 бат. 200 рублей. Теперь я понимаю, почему наши россияне сюда приезжают. Тоже точно так же косметику продают. Платки по 80 бат. Смотрите. Вот шортовые, эти джинсовые шорты. 100 бат. Это 200 рублей на наши деньги. Представляете? 200 рублей на наши деньги шорты. Джинсы. На ночной рынок сегодня идут все. Вот такие вот наши ночнушечки. 100 бат. 200 рублей. Разные костюмчики для дома, тоже по 100 бат, 200 рублей, отличные костюмы. Ну, юбки вот такие вот здесь в азиатском стиле, 150-180 бат, юбки, брюки. У меня у Вани порвался рюкзак, хотела здесь рюкзак посмотреть, если он здесь есть. И какие-нибудь футболочки, кошельки. Необычные кошельки по 100 бат, это 200 рублей. Очень много подушечек для самолета, всего лишь по 100 бат. Я в Турции покупала гораздо дороже, а здесь подушечки и тапочки всего лишь по 100 бат. Туники по 150 бат, это 300 рублей. Туфли, сумки. На китайцев тоже есть одежда. Такая, видите, красная вся в китайском стиле. Очки дешевые по 100 бат, это 200 рублей. Здесь вот разные тапочки вьетнамки. Есть по 90, в общем, одна пара 90, две пары 170. Вообще, можно сказать, за даром. Цены называю в батах, умножайте на рубли. Рубли в два раза. Вот такие вот футболки стоят 100 бат, это 200 рублей, разноцветные. Но это не хлопок, это синтетика. Маски по 29 бат. Такие вот футболки мужские, майки. Майки это мужские или женские? И женские в том числе, по 100 бат маечки. Это 200 рублей тоже. Футболки. Кроссовочки вот такие вот я видела в магазине со скидкой. И здесь тоже 400-800 рублей. Такие же в магазине видела, что 1300 стоили.
А это 800 рублей. Легкие. Легкие летние кроссовки. Вышиванки какие-то. Вышиванки, не пойму. Ну, такое, знаете, пляжное платье. Пляжное платье, вышиванки. Чего здесь только нет. Сумки а-ля Луи Виттон. Кошельки тоже а-ля Луи Виттон. Ясное дело, что это не Виттон. Но похоже. Очень много женских этих детских шортиков, костюмчиков. Все это стоит копейки. Подделки. Смотрите, под пуму. How much? А, 150 бат. По 300 рублей вот такие вот. Под Adidas. Под все фирмы. Как у Оксаны, интересно, нету? Мужские, женские. Удобные они. Мне вот такие вот нравятся тапочки. А, 40, size 40. Есть? Have? 40. 40, да. Есть? Вот это фоти. Ну-ка, дайте посмотреть. Смотрю себе. У меня вот эти вот порвались тапки. Пятка лопнула. Мне нужно купить. Всего лишь 150 бат, 300 рублей. И вот я думаю, может, маме мне тоже такие взять. Они удобные. Тут взять. Они удобные? Удобные. Вот эти прям вообще удобные. И вот эти удобные. Давай приедем. Здесь вообще, это вот рынок, это мечта просто а идиота. Вот такие. А у них здесь вот этих нету, наверное, фоти. А, и вот это фоти, кстати. Я маме вот такие вот возьму. Желтенькие, симпатичные. А в этих прям пойду. А я не тяжелые. Слушай, а вот эти не тяжелые, понятно. Да. Вот это мы на 10 минут ушли, нам 10 минут не хватит. Нет, завтра приедем сюда. Здесь на развалах продаются самые разные сумки. Две по 150, одна по 80. То есть каждая сумка по 80. Да, выйдем одновременно. Нет, пойдем сюда. А ты футболки видела? Футболки или рюкзаки? Слушайте, рынок большой, конечно. А тут смотри, еще второй этаж. Так, рюкзаки. Такие вот холщовые сумки. По 100 бат. 100 бат. Сумочки. По 200 бат. Маленькие сумочки. Вот такие вот распродажи по 100. Слушайте, черные. Они с рисунками, с такими. Хорошего качества. По 200 рублей. А как им объяснить рост 140? Сейчас я на переводчике покажу. В телефоне установлен переводчик. Я перевожу им с русского на тайский. Вот эти вот 140. Но мне кажется, великовато, Ваня. Но смотрите, какие классные. С подсветкой 100 бат, 200 рублей. С разными фигурами. Я считаю, что нужно брать. Вот такие вот разные футболочки по 100 бат. Это 200 рублей. Понимаете? 200 рублей такие майки стоят. Удлиненные, как я люблю. С разными рисунками. Ну вот рубашки здесь все еще в таких рубашках ходят. Запах соответствующий. Здесь уже, видите, продается еда. Фрукты продаются. Арбуз продается. 25 бат. Нет. Сегодня, в общем, с товаром девчонки тоже хотят походить. Это нереально. Поэтому нужно возвращаться, дома все оставлять. И возвращаться сюда завтра. Такие вот напиточки по 25 бат. Здесь все настолько интересно. Мне говорят, вот смысл ходить там по магазинам. У нас есть. У нас такого нет. Здесь вот именно колорит такой идет. Знаете, я по магазинам ходила как-то без энтузиазма. А здесь вот увидела. И понимаю реально, что и манго здесь можно купить. Смотрите, ананасик почищенный, с палочкой можно кушать. 30 бат стоит. Вот это не знаю, что такое за зеленый фрукт. Вот манго. 85 за килограмм. 85 бат за килограмм. Личи.
смотрите, вот такие вот шейки, здесь уже все смешано. Вот здесь, допустим, лайм есть, здесь киви, маракуйя. В общем, глаза разбегаются, всего лишь 30 бат, это 60 рублей вот в таком вот количестве. То есть сейчас мне это все со льдом вместе приготовят. Я не могу, я уже очень-очень сильно хочу пить. Можно чистый арбуз, чистую дыню, чистый банан. Господи, это же вот настолько здорово, слушайте, просто феерично. Слушайте, вот кто говорит, что манго, это, в смысле, Азия, это плохо, и Таиланд плохо. Смотрите, как удобно. Мне дали 4 шейка, я бы их так в руках бы шиш донесла. А мне дали вот такие вот, представляете, вот как это удобно. Такие пакетики полиэтиленовые, я спокойно несу вот этих 4 шейка. Это, ну, на самом деле, меня Азия, ну, не знаю, Азия, Таиланд восхищает. Несмотря на то, что здесь есть какие-то минусы, плюсов и интересности, здесь гораздо-гораздо больше. Сижу и думаю, почему в сутках всего лишь 24 часа. Сейчас девчонки пошли за продукцией, они сидели здесь. Сейчас они пошли, потому что здесь вот аутлет огромный. Девчонки любят очень брендовую одежду. Я, вы знаете, мне все равно брендовая одежда. Ну, то есть как брендовая, так и не брендовая, в принципе, без разницы. Вот это вот счастье, понимаете, вот эти вот шейки, готовы их пить вообще бесконечно. Можно ничего не есть, пить только вот эти вот шейки с арбуза, с манго, с чего только ни с чего. Хочется посмотреть все, и вот не хватает времени, в сутках не хватает времени, потому что хочется и то, и то, и то, и массаж хочется, это час как минимум. И туда сходить, то есть вот так вот, чтобы посидеть, вот просто посидеть, это вот время только вечером остается, где-то полчаса вот просто пообщаться, поболтать, да? Спокойно, размеренно, не спеша. А так все время ты вот в каких-то движениях, и вот весь отдых мой прошел вот так. И мне это очень нравится, потому что я люблю активный отдых. Я не люблю лежать тупо на шезлонге. Мне хочется посмотреть как можно больше. Из этих пакетов дурацких девчонки зашли в магазин, и они там застряли. Понятно, что всем хочется походить. Вот так вот каждый меняется, ходит. И это, конечно, дико неудобно. Вот, смотрите, наши все сокровища лежат. С ними ходить невозможно. Тоже зайду, посмотрю, что здесь за распродажа за 295, за 290 бат. Такие вот футболочки разные. 290, а стоили 790. Смотрите, какие классные. Тоже мужу, наверное, нужно купить. А, вот они висят. Вот можно выбрать. Вот как раз XXL. Такая летняя, летний вариант, такая светлая. Тоже по 290. У меня любимая спортивная обувь — это Adidas. Больше всего мне как-то вот по удобству нравятся кроссовки Adidas. Ух ты! Так. Где женский здесь отдел? Смотрите, как они все запечатаны. Тоже вот такие вот тряпочные. 2900. Это 5400. Это тряпочные. Они, видимо, чтобы их руками не пачкали. Представляете, в пленке здесь. Вот такие вот 1380. Розовые. Такого плана у меня были. 386, 6 тысяч с лишним. Это мужские. А, здесь еще вот такие вот полочки. Это как у нас, кстати, аутлет в черной грязи. Смотрите, какая прелесть. 2450. В районе 5000 такие обойдутся. Вот эти прям мятные. Мне очень нравится. На замочке так необычно, они на шнурках. Шнурки цепляться не будут. В общем, вот они мне рассказывали вот про эти блинчики, что здесь готовят очень-очень вкусные блинчики с разными начинками. Это вот такая вот макашница. Ван, банан, шоколад. Нутелла. Окей. Так, смотрите, с нутеллой делают. И, в общем, у них есть манго. Или что это такое? Это у них где? Нутелла и банан. Не, у них джемы, по-моему. Нет, вот видишь, банан. Вот это что зеленое такое? Это ваниль. Кустарное, это кустарного производства, значит.
Не, это что-то такое, что-то такое, куста. Ванилия. Ну, ванилия, это понятно, оранж, это апельсин, клубника, пинеппл, оранж. Вот ананас. Вот надо с ананасом попробовать. Мне говорили, что нужно обязательно попробовать. Кстати, кто пишет, что можно вот там отравиться, все такое, в России тоже можно отравиться, в принципе, и будем надеяться на лучшее. Ни разу вы не травились, не до этого брали, видео, да? Видео, где я встречал тайца на таком же мопеде. Путин наш друг, и нет, там всякие надписи он написал: кушай в Паттайе, умирай дома. Нет, такие прикольные. Это, это где было? Скинь. Мы шли, я тебе скину, ставь видео. Прикольно. Скинь, он конечно. Потом на барабанах играл какой-то рок-музыкант, русские песни. Рок-музыкант. Ну, здесь вообще можно увидеть на самом деле. Вот чего здесь только нельзя увидеть. Вот такое вот у нас уже новое кафе. Мы себе облюбовали рядом прям с моим отелем, с моей гостиницей. Ну и с Оксаниной тоже. Вот это вот супчик том-ям. Слушайте, он на самом деле тарелки здесь огромные. Вот эта вот порция, она, ну так, как по мне, так на троих. Ну, для мужчин. На мужчин запах, будет да? отлично. Запах, запах здесь запах очень. На кино и телевидении. Не-не-не, смотрите, здесь белые какие-то такие грибочки. Хотя это на самом деле не белые, но я не знаю, что это такое. Потом если вот такие какие-то коренья здесь. Плюс, значит, креветочки здесь такие. В общем, чего здесь только нет. А вот они сами креветки. Это креветки с чесноком. Готовят здесь вкусно. Ну и плюс, блин, я не удержала. Что-то как-то я не рассчитала свои силы. Ну, сегодня мы ходили. Я не знаю, сколько переходили, поэтому можно. После вкусного ужина. Времени сейчас 11 вечера. Мы идем, как всегда, на массаж. Потому что сегодня на массаж больше не было другого времени. Поэтому, а массаж это закон, обязательно нужно. Здесь вот такое вот приличное уже нашли мы. Причем нашли все рядом с нашим этим отелем. Не, ну раньше, когда можно было походить, и сейчас в кафе переваливаясь на массаж. Но мы сегодня находились уже. Туалет есть. У них здесь очень большой вот этот зал, он трехэтажный вот этот вот зал. В общем, вот так вот все здесь выглядит. Здесь тапочки дают цивильно в этом салоне. В общем, такое ощущение эйфории после массажа. Вы даже себе представить не можете. Сегодня мы уже, какой у нас сегодня день? 6-й. Рассмотрели, что, оказывается, массаж есть 90 минут, 120 минут. И еще, помимо всего, много всего. А вот такие вот расценки здесь на этот массаж. Кстати, я хочу сказать, что вот именно в этом салоне народу всегда много. Смотрите, здесь еще есть вот такой вот верхний этаж, еще верхний этаж. То есть это такой очень большой салон. И педикюр они здесь, кстати, делают, и маникюр они делают. Смотри, они здесь и педикюр, и маникюр делают. А массаж головы делают. Пойдемте поднимемся сям-сям, посмотрим на вечернюю Паттайю сверху, если там пустят, а? Попробуем. А? Так тебя видно. Зачем переворачивать? Я хотела сказать, что времени 12:30 ночи. Да. И мы еще не сидели толком нигде. Ничего. Единственное, что жалко, что Найт Базар закрыт. Если бы он работал бы, как называется, ночной базар. Да, а он до 11. Сыканули бы. Я думала, это караоке играет, а это музыка играет. А вот кафе наше, а вот моя гостиница здесь, а вот массаж. За этой, да. А вот массаж, то есть все близко. А там Оксанина через одно здание, гостиница, то есть все рядом. А вот там центр Марина, где Биг Си находится, огромный магазин. А? Интим, интим.